Приветствую вас, уважаемый зритель. Меня зовут Николай Лобанов. И этот видеоурок я делаю прежде всего для своей команды, для своих партнеров. Но учитывая то, что тема злободневна, я решил сделать серию видеописем. Поэтому, если вы хотите получить больше информации, вам есть смысл подписаться, то есть оставить свои данные в той форме, которую вы найдете ниже этого видео. И с самого начала хочу, чтобы не было недоразумений, это будет полезно для любого человека с самого нуля. Человека, который только пришел в бизнес и хочет строить свой бизнес. Естественно, в первую очередь для тех, кто строит бизнес в сетевом маркетинге, потому что я являюсь экспертом в этом бизнесе. Больше 14 лет я занимаюсь бизнесом сетевого маркетинга. Но то, что касается с нуля, это еще аббревиатура, которая означает с Николаем и Ольгой Лобановыми. Итак, данная серия видеоуроков будет посвящена тому, как делать бизнес в Скайпе. Почему именно в Скайпе? Есть очень много сфер приложения своей активности в интернете. Это и социальные сети, и YouTube, и e-mail рассылка. Но Skype – это то, что является главным и часто конечным звеном нашего общения с потенциальным партнером. Если человек находится в Skype, то есть смысл с ним развивать бизнес. Если человека в Skype нет, то это говорит о том, что с ним либо невозможно, либо очень трудно будет вести бизнес через интернет. Поэтому Skype – это самый важный инструмент для развития бизнеса через интернет. Бизнеса сетевого маркетинга в первую очередь. И наш первый урок будет посвящен тому, где взять Skype-контакты. Конечно, вы можете их искать в различных источниках, вы можете использовать различные программы, различные возможности. Я же расскажу вам о той программе, которая мне очень понравилась, которой я сам уже начал пользоваться. Это программа Punch. И найти ее вы сможете, перейдя по вот этой ссылке bit.ly/punch. Наберите эту ссылку или кликните по ссылке, которую вы найдете ниже этого видео, и она перенесет вас на сайт программы. Здесь очень важно посмотреть вот это коротенькое видео. Здесь 7 минут, поэтому я не буду на нем останавливаться, я лучше покажу, как эта программа работает. Но желательно, чтобы мы с вами поняли, почему именно Skype. Здесь все четко написано. Да, на сегодняшний день это самый популярный онлайн-мессенджер. И он позволяет нам найти скайпы ВКонтакте, самой массовой русскоязычной социальной сети. Вот какие возможности у этой программы. Вы можете найти скайпы и телефоны людей, которые находятся в группах. То есть здесь вот написано «в группы и страницы конкретного человека». Вы можете взять скайпы и телефоны тех, кто их лайкнул. Вы можете выбрать страну, город, пол, сайт. Вы можете собирать очень большие группы. Обходить установленный лимит ВКонтакте в 1000 пользователей и еще ряд полезных функций. Фактически все очень просто, и я вам это покажу. И я предлагаю вам купить эту программу. Когда вы кликните по этой кнопке, вы увидите, что программа стоит $44. Не очень дешевая, но хочу вас утешить. Если вы воспользуетесь партнерской программой, вы можете вернуть 41%, то есть $18 от каждой продажи. О том, как воспользоваться партнерской программой, я расскажу в следующем видео. А сейчас просто покажу, как эта программа работает. Когда вы приобретете эту программу и установите на своем компьютере, у вас появится вот такой значок. И если вы по нему кликните, откроется сама программа. Для начала мы зайдем в «Контакт», в любой свой аккаунт нас интересует вот это вот поле «Поиск» и именно «Сообщество». Кликаем «Сообщество» и в это поле вносим те группы, которые нам интересно найти. Это может быть сетевой маркетинг, интернет-бизнес, недвижимость, все что угодно. ВКонтакте есть все. Я же сейчас наберу название той компании, с которой я когда-то сотрудничал. Дела мне сегодня обстоят не очень хорошо, и я поэтому хочу взять скайпы именно отсюда. Это компания TalkFusion. Я нажимаю «Поиск», и мы видим множество групп. Самая первая – TalkFusion Live, 19 тысяч подписчиков. Потом 5 тысяч участников, 5 тысяч и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду брать все. Я возьму для начала пару. Ну вот, скажем, эту. Берем TalkFusion Live, кликаем сюда. И выбираем ее адрес. Вот этот. Скопировали его. И теперь идем в программу. Итак, программа очень простая и очень эффективная. Здесь вы вносите свой логин. Фактически это электронный адрес, который вы указываете при регистрации. Здесь вы вносите свой пароль от своего аккаунта ВКонтакте.
И после этого кликаете «Сбор скайпов и телефонов». Здесь я выберу те группы, которые были раньше, и вставлю ту, которую мы с вами скопировали. Вот она. Мы можем сразу же отправить в определенный файл, но можно этого ничего не делать. Просто кликаем «Старт» и смотрим, как программа работает. Успешно авторизовалась и начинает собирать. Прошла буквально минута или полторы, и мы видим, что собрано 1432 скайп-контакта и 1500 телефонов. Телефоны мне сегодня не нужны, и тем не менее пусть собираются. Где найти то, что мы собрали? Кликаем вот здесь, открыть папку с результатами. И вот папка. И здесь мы видим нашу группу ВК TF Live. Если кликнем сюда, откроем скайпы, то есть нет, это телефоны. Откроем скайпы. Вот, пожалуйста, наша 1000 с лишним скайпов. То есть, в общем-то, буквально 2 минуты и никаких проблем. Но мы на этом еще не остановимся. Покажу еще одну функцию. Мы снова заходим на известную нам страничку. Кликаем на следующую группу, просто TalkFusion. Берем ее адрес. Скопировали. Идем в программу. Убираем этот адрес, вставляем этот. Но я решил взять сразу две группы. Поэтому я иду еще в одну группу. Вот эту третью. Кликаю ее. Беру тоже ее адрес. Вставляю сюда в программу. И у нас есть две группы. Кликаю «Старт». И мы ждем. Прошла еще примерно минутка, и мы получили еще почти 500 скайпов. Но теперь, учитывая то, что здесь могут быть и одинаковые скайпы в двух или даже в трех группах, мы возьмем вот эту функцию «Убрать одинаковые скайпы телефоны». Кликаем сюда и выбираем файлы. Возьмем эти две группы. Они находятся у нас вот здесь. Одна это вот эта. Skype открыть. И вторая. Вот это. Мы взяли две выборки скайпов. Укажем, куда сохранить результат. То есть назовем еще какой-то файл. Назовем его TF2. И кликаем «Выполнить». Да, здесь я допустил маленькую ошибочку и хочу, чтобы вы ее не допускали. В конце набираем .txt, чтобы это был текстовый формат. И после этого «Выполнить». Все, теперь этот файл появился. Давайте его откроем. Вот здесь видим. Один просто файл мы можем сразу удалить. Что еще мы с вами можем делать при помощи этой программы? Мы можем разбить наши файлы на определенное количество, выбрать любой из этих файлов. Речь идет о скайпе или телефоне, ну, например, вот этот. Указываем, куда сохранить результат, и выбираем количество строк, то есть количество скайпов в каждом из файлов. И если у вас 1000 файлов, и вы задали, например, 150, то эта 1000 будет разбита на 8 или 9 файлов по 150 скайпов. Очень удобно, потом вы с этими скайпами работаете отдельно. Здесь есть все необходимые инструкции, вы можете кликнуть и задать вопрос и получить на него ответ. Очень удобно, программа очень простая и действительно очень и очень эффективная. Но и это еще не все. Здесь есть очень сильные, очень полезные бонусы. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Итак, первый бонус – это программа для массовой рассылки в Skype, которая позволяет рассылать большое количество писем через Skype. Что это за программа? Об этом мы поговорим в следующих видео. Программа для рассылок по стенам ВКонтакте. Очень сильная программа, и вы тоже можете ее использовать. Следующий подарок – программа для автоматического добавления друзей выбранных вами групп ВКонтакте.
Пожалуйста, вы можете и ее использовать. И четвертый подарок. Бот для приложения Лайк-машина. Здесь вы сами можете почитать и понять, что вы получаете бонусов, ну, просто на сумасшедшую сумму. И вот эта сумма в $44 – это просто копейки по сравнению с тем, что вы получаете. Именно поэтому я рекомендую вам долго не раздумывать, а приобретать для себя эту программу, подписываться на мою рассылку, получать все необходимые видео, как работать в Skype и как быстро и эффективно строить свой бизнес именно через Skype. Ну и, конечно же, воспользоваться партнерской программой, которую предлагает данный сайт. Напомню, что вы с каждой продажи возвращаете $18. 2,5 человека купили по вашей ссылке программу, и вы вернули свои деньги. А дальше начинается чистая прибыль. На этом сегодняшний первый урок я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Если вам интересно узнать о бизнесе, который мы сегодня разбиваем с моей женой Ольгой, то просто кликните по вот этой кнопке rutobiz.ru. Если вы хотите связаться с нами в Skype, то можете просто нажать на Skype либо Ник Лобанов, либо Оля Лобанова 7. И этот клик перенесет вас к нам на Skype. И, конечно же, подписывайтесь на данную рассылку, чтобы получить еще больше уроков, подсказок, помощи и уже готовых стратегий. Всего хорошего, с вами был Николай Лобанов. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал на YouTube, кликнув по соответствующей кнопке.